Активное долголетие и продление здоровой жизни граждан. Под таким девизом в октябре проходит месячник пожилого человека в Алтайском крае. Больше 200 мероприятий состоялось только в столице региона. И среди них немало соревнований, спартакиад, турниров. Они показали, что немало пожилых людей способны дать фору молодым. Подробнее о том, как проходил месячник пожилого человека в Барнауле и кому возраст не помеха, расскажут председатель Комитета по социальной поддержке города Татьяна Королева и председатель Совета ветеранов города Барнаула Валентин Бороздин. Здравствуйте, уважаемые гости. Добрый день. Татьяна, первый вопрос к вам. Традиционно октябрь посвящен пожилым людям, все это знают. И на первый взгляд, более молодых граждан, кажется, что можно интересного организовать и провести с пенсионерами? Вот наверняка ошибаются рассуждающие таким образом. Весьма ошибаются. Это ошибочное представление абсолютно. Если говорить о наших гражданах, мы их называем граждане серебряного возраста, то это одна из самых активных категорий, которые проживают у нас в городе Барнауле. Это и спортсмены, и активисты, и патриоты, и лекторские группы они возглавляют у нас, и творцы в плане создания каких-либо изделий, и выставок организации. То есть здесь достаточно широкий спектр и увлечений, и талантов, и способностей. Валентин Тимофеевич, теперь вопрос к вам. Вот в мировом сообществе считается, что пожилые – самые активные и позитивные люди. Что можно сказать в этом смысле про барнаульцев? Можно ли их так охарактеризовать? И вообще, активно ли они откликаются на участие в мероприятиях? Всего в городе Барнауле проживает 192 тысячи пенсионеров. Мне счастье выпало возглавлять Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Это 5 районных организаций и одна очень могучая ветеранская организация педагогов краевой столицы. Так вот, какие наши барнаульцы-то? Очень комфортно работать с активом городского совета. Несмотря на то, что многие из них мне являются мамами, отцами. По возрасту. По возрасту, да. Но в крайнем случае старшими братьями или сестрами. То есть, несмотря на такой преклонный возраст, они активно принимают участие в мероприятиях. Самые активные и самые позитивные. Угу. Татьяна, при составлении графика, плана мероприятий, какую часть вы отводите спортивным состязаниям? И если наши пенсионеры где-то там соревнуются, то прежде всего это какие виды спорта? Я бы сказала, что, наверное, 60% в общегородском плане мероприятий, который у нас посвящен месячнику серебряного возраста, как раз и отводится спортивным состязаниям, спартакиадам, соревнованиям. Волейбол, шахматы, плавание, легкая атлетика, дартс, наверное, если такие крупными мазками, основные. Эти. И я хочу сказать, что в этом году на Всероссийской спартакиаде Союза пенсионеров наш Виктор Гемпель, он завоевал первое место в личном первенстве. Угу. То есть мы гремим не только на уровне города и края, но и на уровне России, что, конечно, приятно. То есть есть все-таки пенсионеры, которые могут дать фору молодым, да? Весьма. И зачастую, когда мы проводим товарищеские встречи, будь то волейбол, будь то шахматы, будь то лыжные гонки, зачастую мы в спарринг-партнеры приглашаем более молодых, тем, которым немножко, может быть, за 40, за 50, они уже стараются на нас быть похожими. И в конце концов, когда матч состоится, мы радуемся общим результатам, а молодежь смотрит на нас и говорит: вы для нас как эталон, будем на вас в дальнейшем равняться и проводить активный, здоровый образ жизни. А вот наши пенсионеры, вы сейчас привели пример, да, назвали человека, который и на уровне России представляет наш регион. Вот они у нас каждый год вот так могут прыгнуть на уровень России. 9-й год подряд мы становимся победителями, и, соответственно, наши, так скажем, пенсионеры, они принимают участие. Так, сборная Алтайского края, в состав которой входят и пенсионеры города Барнаула. И я хотела еще дополнить, я сказала у нас есть летняя спартакиада, я про нее говорила, но у нас есть еще и зимняя спартакиада, где как раз тоже лыжные гонки, также дартс, также еще там какие-то определенные виды спорта. И тоже весьма удачно, с большим успехом проходит и с большим количеством именно участников и зрителей. То есть если мы говорим сегодня про портрет нашего, гражданина серебряного возраста, да,
то это, конечно, человек с очень активной жизненной позицией. Причем она направлена не только на себя, да, и на свою семью, на своих детей, на своих внуков, но и в целом на общественность, я бы так сказала. В целом, этот месячник пожилого человека, он чем-то отличался от предыдущих? Есть какие-то особенности? Ну, вы знаете, особенность, наверное, вообще вот месячника серебряного возраста, мы его так у себя в городе называем, она как раз и заключается в том, что он традиционен в своих мероприятиях, в своих каких-то, не знаю, успешных и давно уже реализуемых начинаниях. Поэтому вот здесь как раз та ситуация, когда традиционное, оно... Хорошо. Стабильно и стабильно, хорошо. Стабильно, да. Угу. Валентин Тимофеевич, а вот ваша организация, на какую поддержку нацелена в месячник пожилого человека? На что вы стараетесь сделать акцент при организации мероприятий? С учетом складывающейся политической обстановки внутри нашей державы и за ее пределами, люди за полтора года очень много внесли полезного в обеспечение российских войск в специальной военной операции на территории Украины. И мы на президиуме решили в конце сентября, когда планировали, какие будем мероприятия проводить в октябре месяце, мы решили, чтобы люди немножечко передохнули. И мы акцент сделали на то, чтобы привлечь их к прекрасному, красивому, чтобы побольше было экскурсий, чтобы побольше они могли посетить театральные представления, на экскурсии съездили. Вот. А несколько дней, буквально вот последняя декада, это мы посвятили тому, чтобы фестивали своими силами, доморощенными группами, доморощенными артистами, мы радовали всех присутствующих, и отклики были весьма положительные. Будем продолжать это направление деятельности, чтобы привлекать людей к здоровому, светлому образу жизни. Угу. Татьяна, вот выше вы уже немножко так начали касаться портрета барнаульцев. Вы сказали, что наши пенсионеры, они такие граждане очень активные, да, с активной жизненной позицией. А если все-таки немножко конкретизировать, то барнаульцы, барнаульский пенсионер, это прежде всего кто? Вот возраст, пол, какие-то характеристики, вот поподробнее портрет. Ну, наверное, если касаться вопросов пола, то здесь независимо, у нас, наверное, на равных, да, и мужчины, и женщины, ну, конечно, женщин большинство. Превалирует, но, тем да. не менее, здесь одинаково, так скажем, активны и мужчины, и женщины у нас. Вот, как я уже сказала, это активная гражданская позиция, активная жизненная позиция. Эти люди патриоты, причем патриоты не только своей страны, но и, наверное, в первую очередь своего города, своей семьи, своей улицы, да, своего района, который они представляют. Это талантливые очень люди. Это люди, которые не стесняются делиться своим творчеством, своим вдохновением, о чем я уже выше говорила. То есть это прекрасные, замечательные, светлые люди, которые всегда приходят на помощь в любую минуту, в любую секунду. Вот нашему комитету по социальной поддержке населения города, я всегда говорю об этом, Валентин Тимофеевич подтвердит, они всегда нам подставляют свое плечо по любым направлениям деятельности. Когда бы мы ни кинули клич и когда бы нам не нужна была помощь, я всегда знаю, что на нашей организации ветеранов я всегда смогу опереться. Поэтому, пользуясь случаем, хочу их всех, конечно, поблагодарить. Если можно добавить, что такое общегородские мероприятия? Это сначала проведение торжественных дней воинской славы России. Это общегородские мероприятия. Мы очень активно и с комитетом по соцподдержке, с комитетом по делам молодежи, с комитетом по образованию администрации города это все проводим. И какие-то бывают такие нештатные ситуации, когда тот или иной вопрос уже с политическим окрасом, и откликаются наши ветераны. Почему? Потому что это самая дисциплинированная часть нашего гражданского общества. И ни разу пробуксовки не было. Люди понимают прекрасно, дисциплинированно, еще раз заострю внимание. Поэтому спасибо им на этом. Ну и потом, большинство из них все-таки, когда детство свое проходили, проживали, у кого-то старший брат или отец, ну, у большинства, конечно, на фронте были. Вот. И когда вот эта вот ситуация началась на западе нашего государства, да, специальная военная операция, то откликнулись все
от мала до велика. И причем, что приятно удивило, не нужно было призывать лозунгами какими-то. Вот. И для городского совета ветеранов лозунг, что мы живем в городе Барнауле, это столица лучшей на земном шаре Алтайской земли. Для нас это непререкаемо. А какой самый любимый досуг у дисциплинированных и ответственных граждан нашего города? Вот вы немножко выше сказали, что там театры, экскурсии. Вот экскурсии, я заметила, в последнее время особенно набирают, да, популярность. Угу. Вот пенсионеры любят посещать экскурсии или, может быть, у них там что-то другое? Вот что их больше всего тянет? Чему вот, душа лежит? Вот отвечая на этот вопрос, говорю, только в этом текущем году нам удалось совместно вот, при поддержке комитета по соцподдержке администрации нам удалось великолепнейшие совершить экскурсии и на Шукшинские чтения, и на день рождения на Роберта Ивановича Рождественского в Косихинский район. Мы к Калашникову ездили на Малую Родину. Вот. Люди на такие далекие расстояния отзываются, и не все молодые могут вытерпеть такие нагрузки. Вот. Но выдержка у старшего поколения на ура. Поэтому мы им благодарны. Дай Бог всем, да, такой дай выдержки. Бог всем. В заботе, во внимании люди преклонного возраста нуждаются всегда. Вот если мы не будем говорить об октябре, а в целом возьмем год, какую помощь социальная, комитет по социальной поддержке населения оказывает нашим пенсионерам, прежде всего, на что он нацелен? И, может быть, порой это и адресная какая-то поддержка. Вы знаете, вот что касается поддержки наших граждан пожилого возраста, мы работаем в тесном сотрудничестве с нашим комплексным центром социального обслуживания населения по городу Барнаул, который как раз и предоставляет адресную помощь в плане, в плане поддержки, так скажем, социальных работников, когда у нас уже граждане пожилого возраста не в состоянии самостоятельно себя обслуживать, они могут вот, прибегнуть к помощи как раз социального работника. То же самое касается юридической, психологической помощи. То есть все это предоставляется в течение всего года. В течение всего года у нас проводятся спортивные мероприятия, проводятся мероприятия в библиотеках, в учреждениях культуры. Когда мы говорим об общегородском плане, да, вот, который был приурочен, так скажем, к месячнику пожилого человека, и который включал в себя более 200 таких крупных мероприятий, на самом деле их было гораздо больше, потому что практически каждое учреждение образования, начиная с детских садов, да, и заканчивая уже школами, все проводили мероприятия. То же самое в библиотеках, в музыкальных школах. И очень много мероприятий проводили сами наши граждане пожилого возраста. И Валентин Тимофеевич об этом уже говорил, что очень много фестивалей, каких-то марафонов, они все это проводили. То есть работа ведется на протяжении всего года. Но октябрь месяц, он является, на мой взгляд, неким концентратом, когда мы, так скажем, ну вот прям в фокусе у нас получается наши вот граждане серебряного возраста. Когда мы говорим о семейных ценностях, о семейных традициях и в подтверждение к этому, да, вот как раз весь месяц мы признаемся в любви, мы признаемся в уважении, в почитании наших граждан серебряного возраста. То есть это еще раз одна возможность сказать о том, как мы их любим. И она предоставляется каждому барнаульцу и вообще всем, кто живет в Российской Федерации. Потому что у нас месячник пожилого человека проходит не только на территории города и края, но и в целом по России. Ну и, наверное, в завершении интервью я вот акцентирую свое внимание на том, все-таки как нуждающимся пенсионерам, при каких жизненных ситуациях и каким образом обратиться в социальные службы. Вот если, допустим, нас сейчас смотрит кто-то пожилой, да, и вот он нуждается в помощи. Куда и как? Ну, они могут обратиться в Комитет по социальной поддержке населения города Барнаула, наш адрес Никитина, 59А, либо в комплексный центр социального обслуживания населения по городу Барнаулу. Они находятся на телефоне 50А. И я хочу сказать, что вот я уже говорила, да, о неком перечне услуг, на которые они могут рассчитывать, но помимо всего прочего предоставляется и материальная помощь, и помощь продуктами оказывается, и одеждой. Поэтому если есть нуждающиеся пенсионеры вот в такого рода помощи, то, пожалуйста, мы будем рады.
Спасибо большое за ваши ответы, за ваше участие. Я напомню, что сегодня мы разговаривали о том, как проходил в Барнауле месячник пожилого человека. Об этом нам рассказали председатель Комитета по социальной поддержке города Татьяна Королева и председатель Совета ветеранов города Барнаула Валентин Бороздин. До свидания.